Отметка 498. Это мой внешний вид. На самом деле у нас не такая тема, соответственно, моего вида. Ну, если кому-то будет видно, я сейчас вам привяжу. Я себе сделала бигуди. Вот. Я надеюсь, вам будет видно. Вот, в общем, такие вот у меня бигудики. На самом деле, мне могут сейчас задать несколько девочек вопрос. Почему, ну, вот эти вот пряди не накручены? Я вам объясню. Да, на самом деле, у меня были бигуди. Они накручены, в общем, они были такие, знаете, термо бигуди, вот такие вот круглые, пластмассовые, да? Но я им не пользовалась, потому что от них, ну, во-первых, этот бигуди намокает, и волосы тоже намокают, и оно потом получается как-то не очень так хорошо, поэтому я решила как бы накрутить лучше вот такими вот и вот такими большими. На самом деле у нас сейчас 8 часов, ровно 8 часов. И я себе сделала как бы ночную как бы завивку. Я их не буду сегодня раскручивать, только завтра. На самом деле я не хочу добиться какого-то определенного, например, кудряшки такие супер, такая, знаете, как вот так объемная кладка. Нет, мне таких не нужно. Мне нужна как бы химия, только очень легенькая. А у меня, ну, как бы я вот это вот закрутила, оно мне будет держаться минимум 2 дня. Это как? Когда мои волосы начинают спадать, наверное, начинают немножко, ну, расплетаться. Я немножко подкручу эти места и пырскаю. Я ей пользуюсь 2 раза. Только когда применяю, естественно, когда накручиваю, и когда, ну, снимаю с утра. На самом деле, когда я с утра очень сильно спешу, это все делаю быстро, поэтому может быть не очень приятные последствия, так как это такое дело, что спешка никогда не нужно приубольшивать, да? И, в общем, я сегодня как раз, ну, там, делала урок, да? И я смотрела программу, все будет хорошо, то есть все будет добрые, как правильно, на украинском. И там рассказывали очень, и проводили даже очень интересный эксперимент насчет бигудей, магические бигудей, которые, как бы, обещает нам реклама, должны быть суперукладка, ну, в общем, суперобъем, суперукладка. На самом деле, это все полное вранье. Они называются магические бигуди, которые стоят 199 гривен. На самом деле, в интернет-магазине 50. На самом деле, девочки, вы ни за что не покупаете, это подделку. То есть, когда вы снимаете бигуди с волос, то вы вместе с волосами их снимете. И как по-любому. И только с, ну, не экспертами, а с помощником. То есть помощником вы сможете их снять с некоторым вредом. На самом деле это просто шокирующий результат, то что девочкам, эти, которые вот эти тест был, они им было больно. И, на самом деле, очень было больно их снимать. И они не хотели так как-то так, их вот так вот скручиваться. Потом натягивается вот какая-то петелька вот так вот. И потом надо вот так вот с легкостью так снять. На самом деле, оно было очень жестко, больно. И я ни за что не рекомендую. Если будет добрая программа, я не рекомендую это средство. Поэтому, девочки, ни за что не покупайте, если не хотите остаться без волос. Естественно, еще очень большие минусы в средстве. То, что не то, что не средство, а то, что вы выбросите на нее уйму денег. То есть одного набора, один набор стоит из 18 бигудей, да? И одного набора не хватает на то, чтобы сделать себе как-то, ну, зависит, что она только вот здесь вот вверх получится немножко и здесь. То есть все не хватит. Но хотя, девочки, там потребуется 3 набора, если вы хотите, естественно. Ну, если регулярно пользуюсь бигудями,
Вы, девочки, конечно, вам хватит 18 для газет, так как вы останетесь просто без валов, грубо говоря. Так что я вам, если хотите буквально посмотреть это видео, я его найду и оставлю ссылочку, ну, вот здесь в комментарии я оставлю ссылочку рядышком, и вы сможете просмотреть его и увидеть, как это сделано вживую, как это делали девушки. И, в общем, там все ясно поймете. Так что я из программы «Свобода добра» не рекомендую такие бигуди. Так что, девочки, пользуйтесь хорошими качественными бигудями, вот такими вот, которые на основе, на водной основе, которые бросаешь в горячую воду и накручиваешь. Эти я рекомендую. И рекомендую также пластмассовые. Ну, такие вот они синенькие, я их не могу сейчас показать. Они как бы такого цвета. И деревянный еще вам рекомендую. Очень хороший бигуди. На самом деле, эти бигуди рекомендую, вы можете пользоваться регулярно. Ладно, это было все. Спасибо за внимание. Всех люблю. Пока. Берегите свои волосы.